Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Я еще забыл, кошмар, я еще забыл. Мы как бы встретились. Вы меня не показывали. И банан. Страшно. А дальше кто у нас идет? Ее вы еще не знаете? А нет, знаете, это Ашан. Ашан. Она такая огромная, я думал, она 1.50 м, как и Натаха. Она 1.80 м, просто. Ну, а это так не считается. Ладно, я маленькая, я не знаю. Ну, Стасик 1.40 м. Это... О! Ну, ее вы не знаете. Подожди, там Костянчик. Он написал в чат моего класса то, что я вам сейчас прочитаю. Я ей в чат написал класса то, что она нюхает попу. Два раза, два раза. А их вы знаете. Да не надо. Ну, все показал. Да не надо, 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 да не надо.